Приветствую, боец. В Таркове существует ошибочное мнение о том, что залутаться, добыть игровую валюту в рейде – сложная задача для новичка. Приведу наглядный пример в рамках рубрики «Двух историй». Здесь с напарником мы заходим на карту резерв двумя дикими. Мое стартовое снаряжение перед тобой – это полуавтоматический дробовик, нет бронежилета и медицины. Я родился! Лунтик, ты где? У напарника также дробовик, но автоматический, у обоих картечь. Из хорошего на нем бронежилет 4 класса. Медицины нет, прицелов нет. Поехали. О, смотрите. Аллилуйя. А ты паришь в воздухе. Что он появится и приземлиться должен. Ты почему левитируешь до сих пор? Ну-ка шаг сделай. Во, все, ты приземлился. Ты опущен. Ой, что это у меня так? Фризы какие-то. Все, пойдем. Пойдем, ну, в жопу. Иди. То есть ему нужны снаряды, я их ищу ему, да? Да-да-да. Да, ребят, он снова меня эксплуатирует. Ну, а зачем ты еще нужен? Скажи мне. А, у меня, кстати, карточка есть. Я что-то не очень умирать хочу, так что иди танкуй. А ты где? А, во, и ты сидишь? Угу. Так, у меня есть медицинский бинт. Есть БТ. Есть вода. У нас один бинтик на двоих. Отстань. Я что-то слышал левое. Выполнил ли я квест по келли? Вот спрашивают, нет? Кто-то топнул левый здесь, аккуратней. Попробуем. Может, в вышке? Ты думаешь, я отсюда вышку услышу? Ну, она как бы в упор. Я бы из дома бы не услышал. Вот опять что-то было. Где-то вот там, вот. Во-во-во. Перед нами где-то. Справа. Кого-то я слышал. Может, убегал в этот момент? Мерещится. Эти флешбеки. Железо ты, да, задел? Да. Флэш. Это что было? Флешка. Кто-то на перроне бежит на нас. Не уверен. Ага, вижу. Ага, вижу. Не уверен. Я в видел, кусту. Видел. Игрок с Мосинкой. Пропустим и подожмем, или какой план? Да, давай. Пусть прибегает. Ну, наверняка нас видел уже. По нему, да, стреляют? Да. Его убили. На здании сверху сидел, я так и не понял, вроде бот. Сижу, не отсвечиваю, да. Я кустик. Это было похоже на рейдера или босса на самом деле, потому что очень точно летели эти выстрелы. Выстрелы? Ну ладно, снаряд ну, тебе пойдем. Нужны? Я пойду посмотрю, что было. Не-не-не, давай пойдем. Как ты пошел? Ну не-не-не, так не советую. Стрёмно там идти. А как, в смысле, залутать-то надо, парни? Если все получится, у нас как бы даже два ствола будет нормальных. Может ну, быть. Ладно, я тогда правее возьму. Кустик. А его убили где? Вот опять сверху стреляли. С крыши, стреляли слева. Ты кроешь, да? Ага, с дробовика, да. Да, его орех убил. Я был прав. Ты рядом. Да, я иди, бегаю. Блин, ты там аккуратнее, там орех. На крыше здания, в смысле, возле тебя. Я тебя не знаю, где ты, понимаешь? А, во, видел. Я лутаю. Все, лутай, спокойно. Там орех. А мне дроботан. Я тоже. Привет, орех. Смотри, есть Арсас без прицела, есть Мосинг с прицелом. Да, мне хоть что-нибудь дальше. Все забрал? Да. Нет, так сказал, как будто там прям много было. Все, я в домике. Так, что как у меня он? Тут? Так, у нас есть... О, тебе еще и МДР-ка достанется. Только тоже без прицела. Куст вернулся свой.
Тебе РСАС или МДР-ку? Да без разницы, чё дашь, чё дашь. Давай справа обойдем, посмотрим, босс не босс. Правда, там перепилили вообще все, что можно. Аж страшно становится. Свои. А. Выбирай. Куда мне сток? Патроны есть? На восемку немножко есть. Ну все, больше не надо. Осталось прицел где-нибудь найти. Так, у меня суммарно даже меньше 15 патронов. Ну ладно. И тут 20. У меня есть ЛЦУ, но ЛЦУ... Ты можешь ЛЦУ куда-то запихнуть? Не уверен. На, тебе планка нужна. Не, у меня тоже планка нужна. Суть-то в том, давай, что как, даже... как пойдем. Даже если исправят... Давай через горочку. Даже если исправят, мне не составит труда это изменить частоты. Были бы у меня, ребят, такие частоты, я бы и не женился. Тут беспалевно, а? Сказал чел, который заорал. Крышка смертника. Ну, в идеале с перона зайти, если получится оттуда снять парочку хотя бы. Так, ну в вышке вроде чисто. Вот тут, а тут должны быть гильзы, это, от патронов в пули, то что врезались? Ну, напиши это разработчику, спроси. Может быть. Почему? Так. Да, круговая вышка. А, нет, нет, левее. Сейчас, ребята, извините, чатик. Такое ощущение, как будто вот отсюда воюю с ботами на перроне. Но я пока не уверен. Или оттуда. Так, ну я убежал в здание. Или вообще в подвале. Что звук? Не-не, звук сверху вниз летит. Там скрин скидывали, в Меченке два оружейных лежало. Правда, не в этой, а в здании. Меня, да? Я бегу, да. Новички, ребята, обращайтесь к шерпам. Ссылочка есть в описании, обязательно помогут. Там все подробно. Есть официальное сообщество, самое большое русскоязычное, наверное. Можно компанию найти. У меня все чаще народ начинает играть. У нас там уже... Сколько? 1800, наверное, где-то так человек. Сейчас полезная информация по торговле. Пусто тут. Все запылесосили. Так, нахрена я с этой штукой похожу, когда я могу с этой ходить? В здании. Ну, в том числе вот в этом здании, может быть. Вот здесь вот, может быть. Ну, у меня есть пистолетная рукоятка. Классно тебе. Захожу за тобой. Так, что-то со звуками не то, я все понять не могу. А что у меня со звуками? Просто погромче. Перепилили слегка, потому что я как-то иначе все слышал. Это сейчас ты стрелял? Нет. У нас вон в ангаре бот стоит снизу. Либо ЧВК. Вижу рейдер убивать. Да, а че? Прям под нами, под лестницей. Видишь его? Нет, я в конце у покойника, где именно, куда смотреть? Спиной идет возле ЖД. В район, прям ЖД. Посередине. То есть, как вот мы зашли с тобой, посередине, возле ЖД, у перрона. Прям под тобой. Возвращаюсь. Ну, это бот. Подо мной середине. Ты с ним воюешь, или кто-то меня стреляет? Не-не-не-не-не. Это я бота убил. Это я бота убил. А
Кто стрелял, кроме бота? Еще кто-то стрелял? Нет? Да-да-да. У меня враг. Убил дикого. Крадется такой, главное. И выражение лица, знаешь, такое статное, важное. Как будто всю жизнь, блин, крался. И патронов нет в какой-то веке. Черт. Но я ее, к сожалению, выбил. Надо проверить, что у парня было. И не было ли у него друга. У него есть Ксюха. Бери. Тебе оставлю. Я даже тебе сумочку оставлю. Уже нет слотов. Может, у него прицел? О, патроны на Мосинку, уже хорошо. Либо... Нет, рядом враг. То ли под пероном, то ли за стенкой. Кто-то только что лег, встал. Я слышал, вот да. Я смотрю. С твоей стороны было. Ты идешь? Нет. Он водичку пьет или что-то такое делает. Кто-то подписался? Добро пожаловать. Мне кажется, он под пероном, потому что внутри мы его не видели. Ты же сверху никого не видел? Нет. Будем искать. Надеюсь, я ни под кого не подставлюсь. Зайду спереди. И посмотрю под перрон. Мне надо подойти так, чтобы он не слышал, что я отсюда подхожу. Я тогда бегаю здесь, чтобы он на меня смотрел. Так, ну звук вот оттуда был. Ты вот, пробежал, да, только что? Да, я бегаю здесь. Он там прям жрали. Я не уверен, что это было. Ты лег сейчас? Да. Ты лег сейчас? Да, я встал, лег. Чуть тебя не пристрелил. Думаю, что это он. Понимаю, я вот вроде, по идее, под пероном. А, вот он валяется. Вот он валяется. В смысле? Да вот я его нашел. Так ты же не стрелял. Ты кого-то убил только что? Да. А где он был? Да вот, лежал тут. Больше рейдеров отсюда не снять. Надо подходить. Пойдем. И подвал надо подвал проверить. Но тут бы рейдера залутать, у него, возможно, все есть. Тебя, в общем, жду. Да, это Ксюха. Я же не знаю, где ты ползал. А, ты прополз и побежал. Ну, к перронам, К, где босс. Там движение. Угу. Еще один. Это обычный бот. Убил. А, с пулемета по мне бьют. Жив? Да. А что, взорвалась граната? Я на крышу. Жив? Да. А что, взорвалась граната? Я на крышу. А, я вижу, кто стрелял. Ну, стрелять по нему не буду, да? К тебе бежит. Откуда? Главный вход. Смотрю его. Че сейчас стрелять такое? Главный ход. Смотрю его. Че сейчас стрелять? Это босс, не убивай меня, пожалуйста, не надо. Я босса убил. Это босс, не убивай меня, пожалуйста, не надо. Я босса убил. И поезд пришел, да? Ты меня прям спас. Теперь ты моя сучка. Я двоих убрал здесь, рядом. Они как раз поезд пошел, и они пошли побежать. Они не на нас побежали. Короче, ты на стреме, я лутаться. Да, я понимаю, что я как снайпер был бы полезнее с точки зрения на стреме, но... Я буду лутаться. А, опять калаш без этого. Ну вы поняли. Ой, поняли. Там еще один. Там еще подходит. Ой, там еще один. Там еще подходит. Все, я понял, я пошел. Я назад. Где именно он? А, там, где босс был. Классно, это с другой стороны поезда проблема вот в этом. Мне сейчас какие-то...
может, как как-то увидеть. Ой ты, господи, там еще три рейдера высадилось. Или четыре. Короче, нужна будет твоя помощь сейчас. Подожди, может, так как-то увижу. Ну куда, говори? Одного забираю. Прям перед поездом стоят. Можно вопрос, почему ты меня видишь через эту штуку? А он меня, возможно, рашит. Он точно меня рашит? Я домой, все, меня здесь нет. В общем, трое появилось или четверо? Перед поездом. Ой, живи как угодно. Один ко мне идет. Я за ангарами, бараками. Так, я вижу двоих. Ножки, откуда ножки. Откуда я могу их снять? С дистанции, в смысле. С дистанции? Только если ты к шилке подойдешь. Либо дальше только туда. Побежал. Место хорошее. Вон он, бля, и бах его! Что тут место хорошее? Бах его! Я ищу, как подойти. Патронами. Беда. Он вошел внутрь, нет? Нет, я его не пустил. Это, конечно, здорово, но... Где же он тогда? Блин, я сейчас подставлюсь под кого-то. Так, я отступаю. Что с патронами? Беда. Так, в районе вертолета стрельба пошла. Так, я в этой деревянно-боковой кирпичной. Здесь тут никого нет. Блин, там еще стрельба пошла. Дайте мне прицел под ближний бой, ну пожалуйста. Всем здравствуйте, ребята, извините. Напряженка. Так, а тут дверь можно закрыть? Нет? Ой, по мне стреляют. Ай! Так, один к тебе подошел. Один к тебе идет. Ты его снял, не снял? Что происходит? Нет, он жив. Я иду тебя спасать. Он прям тебя идет рашить. Так, по лестнице это они поднимаются, да? Да. Одного забрал. Так, больше никого не вижу. Так, я лутаться. Это сата, это как раз с холмов пришел ко мне один. И счет как минимум двое, красный шар. Больше никого не вижу. Я отступаю, своего пойду золотая. Ну, я думаю, на поезд пофиг, да? Довоюем, рычаг дернем. Так, сколько там? Выходы какие? Канализационный люк, гермозатворная дверь, депо, это сни... А, кстати, у меня выход прямо здесь, походу. У меня бегать. А в этом режиме оно не работает. Блин, убили меня. Боты? Да. Вроде бы. Хреново, потому что Дениска ничего не видит. Ладно, так. Я-то вижу все, но, блин. В каске не услышал, как он побежал. Борец, да, меня борец убил. Бот. О, а где я... А, все, вспомнил, где я ЧВКшника убил. Так, значит, борец убил и забежал внутрь. Он внутри уже был. Ага, значит, еще один кто-то подбежал. Если что, я валяюсь двух на боковом проходе. Между стенкой и поездом. У меня там шестой класс брони. Правда, пустой. Каска и калаш. Калаш. Я думаю... Кухаря вот здесь соберу, если дадут. Пойду, наверное. Думал, да, но я что-то... Мне показалось, что я кого-то услышал в ангаре. Я пошел проверять, лег, никого нет. А потом как раз бег появился. Ходят близко. Триндец у тебя тимень. Хазен ходит, может, сейчас... Подожди. Одного забрал. А, вот он, босс. Сейчас.
Не обманули, шар у него есть, действительно. Тут так-то до хрена лута. Очень много осталось. Еще можно подкараулить вот этих ребят, которые идут. Но мы не будем этим заниматься в гордом одиночестве. Если я правильно помню, у меня выход вот здесь. Там два бота, или один остался. Здесь выход, да? Да. Как вам дикий с 21 тысячи опыта? Какая себе я тут? Сколько хедшотов? Блин, комбу прервал. Девятого хедшота не получилось. Даже этого в упор без прицела убил в голову. Внимание, вопрос, ребят. В чем сложность фармить в Таркове? Скажите, пожалуйста, вот за диких вышли без ничего. Данная рубрика собирается из двух стримов. И, к сожалению, качество картинки этого видосика хромает. Но если ты будешь активнее привлекать друзей к просмотру этой рубрики, может быть, других, на канале аж 4 плейлиста, посвященных Таркову, то я обязуюсь записывать стрим параллельно с трансляцией. Тем самым я получу исходник более высокого качества и смогу радовать твой глаз более миловидной картинкой. А также я надеюсь, что это видео позволит тебе лутать не только глухаря, но и других боссов Таркова. Как видишь, это не так уж и сложно. А главное, весело. Услышимся. Пока.